В Ульяновск с большими гастролями приехал Астраханский драматический театр. Актеры из Каспийской столицы России приготовили для зрителей 5 спектаклей. Среди них «Вдох-выдох», «Чайка», «Ганди молчал по субботам» и «Отель двух миров». Дебютировал на ульяновской сцене Астраханский драмтеатр с постановкой по пьесе Майкла Фрейна «Шум за сценой». Это популярная английская комедия о театре и его обитателях, позволяющая узнать больше о непростом труде театральной команды. Если первым действием происходит событие на сцене, то во втором как бы поворачивается круг, и мы видим, что происходит за кулисами, когда спектакль идет там. И оказывается, что эта закулисная жизнь не менее интересна и трагична в какой-то степени, чем то, что показывают зрителям. В спектакле «Шум за сценой» Давуд Саматов играет роль монтировщика, который по воле случая вынужден подменить на премьере одного из главных героев. И в этот момент здесь сложная игра. Я при этом понимаю, что я артист, но при этом я понимаю, что как бы мой Тим Олгуд, он не артист. И здесь такой диссонанс, как выйти из положения, общение со зрителем, а как это играть, а что, как выходить из положения, что делать. И в этом есть и юмор, и некая трагедия. Недавно труппа Ульяновского драмтеатра вернулась из Астрахани, где в рамках больших гастролей выступила на местной сцене. Теперь Ульяновск принимает астраханских актеров, которые в нашем городе впервые. Это серьезное развитие театра, это способность адаптироваться на новой площадке, способность показать себя в полном формате другому зрителю, обменяться опытом. Познакомиться с астраханскими актерами можно до 18 июня включительно. Сегодня в 18:00 на малой сцене Ульяновского драмтеатра гости покажут спектакль по пьесе Юнаса Химери «Вдох-выдох».